الله سبحانه وتعالى сказал в суре الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتذنا لهم عذابا أليما. Поистине этот Коран, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал, поистине этот Коран яхди лиллати хи акван, ведет человека самым лучшим путем. Ваюбаширу лмуминин, и радует верующих. Аллазина яъмалуна ас-салихат, каких верующих, всех верующих, которые творят благие дела, анна лахум аджран кабира, то, что их ждет великая награда. Ва анна аллазина ла юминуна биль ахира, они верующие люди, не верующие в судный день, не верующие в Аллаха, а'тадна лахум азабан алима, уготовил я им сильное наказание, говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Поэтому когда мы говорим Коран, определение Корана калям Аллах, منزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله رش الله سبحانه وتعالى نسبصنا на сердце нашего любимого пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم. Об этом гласит Коран. Всевышний сказал سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Поистине Коран это неспосылание от Господа миров, от Господа миров. Аллах Субхану ва Тааля послал с этим Корану, эту миссию доверил ангелу Джабраилу, алейхиссалям. Дабы он не спаслал на твое сердце, сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Именно Аллах сказал, он не сказал «аля аклик», ау «алейк», Аллах не сказал «на твой разум», не сказал Всевышний Аллах тебе, а сказал «на твое сердце, я Мухаммад». «Литакуна миналь музирин», дабы ты был из числа увещевателя, «билисанин арабийин мубин», на четком, ясном арабском языке. Поэтому здесь Субхану ва Тааля упомянул то, что فضل المنزل, то есть достоинство того, кто не спасла, сам Аллах Субхану ва Тааля, великий творец, создатель Субхану ва Тааля.